закончила. А про что ты будешь ему рассказывать? Про агромонитор. Маркетинг. А ты знаешь, как его устанавливать? Ты бачиш, як він працює? Просто що, вставляєш йому землю. Бо реально, навіть ти сам можеш це зробити? Маленький? Тобто у вас навіть шалений процес. Настільки просто встановлювати. Навіть діти знають, що таке агро. Правда, так? Правда? Ютуб. Так, вам не треба було ще притащити якийсь горшок, ну, типа, большой тут найти, і щоб Валер закупав, ну, ми відео будемо знімати. Так, ми зараз знімаємо. Ми зараз знімаємо ефективно. Просто на англійському. Я просто ділі дерево послідні, його голос со всіми бейкерами. Но она не растет. Если да. Агромонитор... Вот надо было сенсоры поставить наши, да? Мы сразу видели, вот, что она вянет и полили ПВ, и она выросла под шар. Так, все, мы подружимся. Как вы данные передаете? Сейчас же все модули начинали... Были варианты с Wi-Fi, но по факту остановились на GSM модулях, потому что это везде есть. И, ну, хоть а вырезали... Ребят, я вам хотел спросить, а что с батареей? Есть несколько решений. Первое – это на аккумуляторах. Мы максимально заложили емкость до 8 месяцев работы. Мы пообщались с Кевином, с Монсанто, они сказали, нужно, чтобы работало около 8 месяцев. Окей. И второе – это, во-первых, решение безопасное, потому что можно закопать в поле, поставить GPS-метку, и его никто не найдет. А если будет фотопанель, соответственно, это дешевле, но больше опасность того, что могут своровать. Вандала неустойчивая. Может, мы используем литий-полимерные аккумуляторы, они тоненькие, аккуратненькие, крышечку монтируется, и в принципе на 8 месяцев для отправки данных раз в сутки достаточно... Нет, выше крыши, понятно, да. Более чем. Значит, по поводу технологии передачи данных хочу сказать. Значит, сейчас используем GSM для продакшена, но мы начали уже прорабатывать технологию LoRa. Это слышали, наверное. Да, там, да. Мы еще не разобрали законодательство в Украине, судя по всему, вроде как она не разрешена, да, то, что мы нарыли. Еще нет. Там не сертифицировано. Она просто в сентябре только выкатилась. И... Да, но если будет, то круто, потому что она очень энергоэффективная и позволяет сделать мастер. У нас сейчас получается каждый сенсор независимо шлет запросы. Мы начали делать меш-сети небольшие, дешевые. Чтобы консолидировано. Да, ну, то есть, грубо говоря, сенсор передает через друг друга, и мастер уже передает на сервер. Бывает такое, например, яма, ложбина, да, и там физически не ловит там GSM-сеть. И нам нужно как-то добраться до верха. Нет, ну, по большому счету, если идти вот по сетевому пути мастерами, то можно говорить и при агрегации каких-то данных, то есть математику заложить на уровень, то есть software on board. Скажу, самая энергоемкая это отправка, да? Да, поэтому да, а потом отправляем. Коллеги, у нас пресс-брифинг на тему того, что закончился финальный этап отбора проектов на инкубационную программу, первую некоммерческую в Украине, проектов, основанных на открытых государственных данных. Программа инкубатора 1991. Это первый в истории Украины проект такого плана, который находится на грани, собственно говоря, сотрудничества общественных организаций, фондов и IT-компаний. Все мы с вами знаем, что IT-рынок в Украине существует, он успешный. У нас более 100 тысяч сертифицированных IT-профессионалов. Каждый год украинские вузы продуцируют более 15 тысяч IT-специалистов. Проблема заключается в том, что эти IT-специалисты сразу же устраиваются на работу, находят применение своему таланту, но весь этот талант расходуется, собственно говоря, не на улучшение страны здесь, он используется для того, чтобы предоставлять сервисное обслуживание на экспорт. Дело в том, что в 2012 году мы, как Social Boost, общественная организация, стартовали серию хакатонов, которые происходят в среднем раз в 3-4 месяца. И мы поняли, что единственное, что нужно для украинских программистов, для того, чтобы они остались здесь, работали с проектами здесь,
это открытые данные. Потому что когда у тебя есть данные, у тебя есть сырой материал, с которым можно играться. И если это украинские данные, то наверняка это влечет за собой разработку сервисов для Украины, для украинских государственных организаций, для украинского бизнеса, для украинских граждан. Вот. Евросоюз провел исследование год назад, в рамках которого стало понятно, что на основе открытых данных можно делать большое количество сервисов. И более того, к 2020 году ситуация с открытием данных приведет к тому, что ЕС получит дополнительные 2% ВВП. В абсолютных числах это 200 с лишним миллиардов евро. Это совершенно новый рынок. И ЕС это не IT-объединение стран. В Украине ситуация гораздо более благоприятная, поэтому я надеюсь, что если данных будет много, они будут структурированы, украинские айтишники смогут построить огромное количество сервисов. Речь не идет только про стартапы коммерческие, речь идет о том, что в государстве есть острая проблема аналитических систем, и государство само зачастую нуждается в проектах, которые бы сводили вместе данные и позволяли принимать правильные решения, которые позволяют избежать коррупции, сделать власть более прозрачной, сделать работу государственного аппарата подотчетной и вовлекать граждан в процесс принятия решений. Потому что если у меня есть приложение с операционными показателями из областей, такое же приложение, теоретически, если это открытые данные, может быть доступно каждому гражданину. Вот. Я очень благодарен фонду Western NIS Enterprise, который поддержал создание инкубатора 1991 в Украине. Я благодарен компании Microsoft, которая стала IT-партнером этого проекта, предоставляет нам офисные помещения, а также технологическую поддержку. Я благодарен правительству Украины за то, что они сотрудничают с общественными организациями, и, по сути, вся инициатива по открытию данных в Украине, она общественная. Потому что это инициатива, которая пришла снизу, драйвилась несколькими общественными организациями, и в итоге была услышана и принята. Кроме того, я благодарен еще членам жюри, которые к нам сегодня присоединились, Тимоти Дебелл из USAID и Йорданка Томкова из проекта InnovaBridge. Я хочу поздравить все команды, которые победили, потому что мы в общей сложности получили более 130 заявок с описанием проектов, отобрали 17, и в результате двухдневного хакатона и проверки команд на прочность получили 9 команд, которые продолжат работу в инкубаторе в течение последующих двух месяцев, будут общаться практически с 30 профессиональными менторами с IT-рынка, профессионалами в области IT, в области построения бизнеса и стартапов, в области взаимодействия с государством, а также по работе с данными. И я хотел бы дать коротко слово каждому из партнеров. И после этого, возможно, у журналистов возникнут вопросы к командам или кому-то из нас. Ірина Озимо, прошу. Я думаю, що я спробую дуже коротко підсумувати, чому саме фонд підтримує такі проекти. Для нас важливі три речі, про які вчора на ефірі також говорили. Перше – це орієнтація на результат. Ми не хочемо довгострокових перспектив проєктів, там, п'ятирічних і так далі. Нам дуже важливо зрозуміти, що результат є і він є там швидкий. Друге – це підтримка реформ, оскільки зараз якби, навіть вся діяльність фонду якби, і планування проєктів, які ми підтримуємо, диктується тим, яка ситуація в країні, і реформа – це ключова для, як і для залучення інвестицій, так і для створення там, внутрішніх змін. І третє – це партнерство, і цей проєкт є справді прикладом публічно-приватного партнерства, не в тій формі, в якій записано в законі, так, але, можливо, в якісніше. Так? У нас є відкриті дані від держави, у нас є неурядові організації, які, скажімо, штовхають процес, у нас є донорська допомога і приватні партнери. Так? Тобто, якби, ефективність партнерства, вона якби, засвідчена. Насправді, в мене дуже хороше враження від цих двох днів, оскільки нам, як донорській організації, досить традиційні, нам трошки важко було уявити, які приклади проєктів можуть бути. І те, що мені дуже імпонує, це те, що ну, частина з них є справді там орієнтованими на бізнес, але в кожній з них є реально дуже висока соціальна складова. І для нас це є ключовим.
Другий момент, якби якщо ми говоримо про сфери, в яких ми побачили проекти, це ті, які теж відповідають цим реформам, які відбуваються в Україні. Це енергоефективність, це оптимізація процесів там в агросекторі, це поліція, це також там є і були також і там в сфері медицини, безпечності доріг та інші. І те, що мені здається, якби дуже хороший результат цього хактону, ми побачили, що є люди, які готові все-таки штовхати там реформи знизу. Так, ми не чекаємо там рішень кабінету міністрів, ми не чекаємо реформи з залученням іноземних експертів, так, хоча технічна допомога Україні зараз там досить потужна, але є українці, які готові це робити. Тому для нас наразі це є дуже хорошим прикладом. Ми чекаємо наступний етап регіональні хакатони, оскільки якби нам дуже важливо, щоб це якби відбувалося все не лише в Києві, а максимально залучало людей з різних регіонів. От, ну і також ті сервіси, які справді потім будуть корисні для держави. Хотів би передати слово Михайлу Шмельову. Можливо, Microsoft Україна є єдиною IT-компанією в Україні, яка в цілому підтримувала протягом декількох років вже створення повноцінної екосистеми навколо теми відкритих даних. Спасибо большое, Денис. Ребята, в первую очередь, спасибо вам всем большое за то, что вы пришли, за то, что у вас есть свежая идея, за то, что вы это начинаете сами реализовывать. Знаете, нас часто спрашивают, как Microsoft, а чего вы в этом-то делаете? Ну, знаете, традиционно привыкли, что такое Microsoft, да? Windows, Office и компьютер. На самом деле, все значительно глубже, и мы это делаем сведомо. Инициатива OGDI, Open Government Data Initiative, появилась у Microsoft 5 лет назад. Это инициатива развития технологического предпринимательства. И нам, как Microsoft, безусловно, интересно, чтобы технологическое предпринимательство, инновационное предпринимательство развивалось. Мы в своих дискуссиях с государственными органами, мы каждый раз подчеркиваем, прекратите относиться к IT как к отдельной индустрии, которую надо развивать. Не надо. Мы IT, мы enabler для эффективности в любых других ваших приоритетных областях. Скажите, что вы хотите развивать? Вы хотите развивать агро, энергетику? Вы хотите развивать государственное управление? Мы просто можем помочь вам это сделать эффективно. Когда я говорю «мы», это мы с вами, IT. Мы в этом плане готовы менторить, мы готовы коучить наших партнеров, мы готовы предоставлять платформы, мы готовы показывать лучшие мировые практики, обладая самой большой в мире партнерской экосистемой, мы действительно это можем доносить. Для нас это действительно очень важно. Но не говоря уже о том, что мы как украинцы, Microsoft Украина, хотим, чтобы наша страна была успешной, и, как правильно сказал Денис, чтобы мы перестали заниматься сырье экспортно-ориентированной экономикой. Ведь на самом деле, когда мы сидим в компаниях аутсорсинговых, ведь мы экспортируем сырье. А мы способны и можем в нашей стране создавать продукты. Но не продукты рарити продуктов, не IT как IT. У нас прекрасные возможности, развивая экономику, разные секторы экономики нашей страны, получать индустриальные решения, становиться индустриальными экспертами в той или иной сфере. Это очень важно. Поэтому мы считаем, что открытые государственные данные, большие данные, это должно быть только бейсментом для технологического предпринимательства. И не IT ради IT, еще раз, IT ради эффективности тех или иных сфер экономики, которые либо приоритизированы государством, либо где у бизнеса есть запрос. Бывает такое, что есть сфера экономики, которой государство не фокусируется, но бизнес сам развивается. Поэтому всем вам успеха, наша поддержка, чем можем, поможем. В рамках сотрудничества с инкубатором свои платформы мы вам предоставим для того, чтобы вы могли работать эффективно и минимально думать о том, на каких мощностях это реализовывать. Спасибо вам всем большое за то, что вы пришли. Спасибо. Спасибо. Вы про аутсорс очень правильно сказали.